Базовая, да, информация, которую необходимо иметь в виду, вот общее правило. Я сейчас прямо вот самое общее правило скажу, да, вы должны исчерпать перед тем, как обратиться в Конституционный суд, все средства судебной защиты, которые по вашему делу доступны. Ориентирую вас на 97-ю статью Федерального конституционного закона о конституционном суде. Это пункт 3 части 1. Там буквально говорится о том, что жалоба должна быть подана в суд максимально высокой для данной категории дел инстанции. То есть по большему проценту дел, это означает, что вы должны обратиться в судебную коллегию Верховного суда, которая там, в конституционном порядке рассмотрит или не рассмотрит вашу жалобу. И потом, после решения судебной коллегии Верховного суда, у вас есть год для того, чтобы обратиться в Конституционный суд.